Соперников хоккейного клуба «Челны» отправили на двухнедельный карантин. У них обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Диагноз COVID-19 поставили игрокам, тренерскому штабу и обслуживающему персоналу хоккейных клубов «Динамо Алтай» и «Юниор». Массовое заболевание барнаульских «динамовцев» было отмечено сразу после их возвращения из Саратова, где они сыграли против местного «Кристалла» в рамках первенства ВХЛ. Ближайшие матчи против курганских «Юниоров» переносится на неопределенный срок. В Кургане было подтверждено 15 случаев заболевания, в Барнауле – 14. Под сомнением находятся следующие игры Кургана с желто-синими, которые челнинцы должны были провести в гостях в середине октября. А 3 и 4 октября хоккейный клуб «Челны» скрестит клюшки с саратовским «Кристаллом». Матчи состоятся в набережных Челнах. Гости сдали тесты на ковид. Результаты отрицательные. Поэтому игры состоятся точно.